Так. Все. Сейчас мы будем продолжать играть в игру Dying Light. Да, не прошло и полгода, как мы решили продолжить. А вообще-то прошло полгода. Most of the warriors out of action. Bracken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop before sunset. Jade will be showing me the ropes. That won't be awkward at all. Будем так каждый год играть, по чуть-чуть, только раз... К старости, наверное, пройдем. Так, я в игре, сейчас пришлю тебе приглашение. Прислал. Я принял. Ну и где ты? Ты опять приглашаешь? Ну я тебя не вижу, чтобы ты здесь был. Так я еще не прогрузился, меня еще не загрузился. Вот. А вот я тебя не вижу. А, вижу теперь, да. Отключи у меня звук, если получится. В смысле, как у тебя звук отключен? Нажми Escape, наведи на мою иконку, нажми. На мое имя, точнее. Да. И отключить звук. Ага, отключить звук. Окей. Что-то изменилось? Ну, то у тебя типа было и так нормально более. Ну ладно. В общем, все, мы записываем. Игра идет, и мы все, продолжаем. Поехали. Куда ехать, я не знаю. Но... ну, наше задание — свяжитесь с ВГМ. Да, а короче, вот... все просто, идем по маркеру. А вот эти наказано. События сообщества, зачем оно нам здесь висит? Можно его как-то убрать? А? Я не знаю, я тебе ничего сказать. Ну ты видишь это, да? Да вижу, вижу, висит. Сообщество, параметры, в сети. Тут ничего нет. Так, короче, забудь. Я не знаю, тут подсказки. Не знаю, как я, где она убирается. Хм. Ну ладно. Что ты тут распрыгался? Ты помнишь вообще управление, как оно или нет? Нет. Ну, типа вперед, назад, прыжок. А. Прыжок. Прыжок самое главное в паркуре. Так, прыгнуться или выпрямиться? Прыгнуться. Что таки написано? Не, прыгнуться. Прыгнуться. Действие. Фонарь — это Т. Почему Т? Непонятно. Потому что F использовать. Почему не L, например, Light? Ну, L далеко немного, я знаю. Т ближе. Обычно L — это фонарь. Ну, обычно да, но... тебе может его быть... нужно быстро использовать, а он L далеко, я не знаю.
использовать 2 В. В это больше как рукопашная идет. Рукопашная, то есть ногой пинать это Е. Ногой Е это да, а такая. Я тогда атаку поставлю на В, наверное. Ногой? Не, просто атаку на В, а пинок Е пусть будет. Так просто атака это левая кнопка мыши. Не, у меня просто атака была не этого. А что у тебя там было? Ага, ну в принципе да, логично, пусть это будет левая кнопка мыши. А использовать два, какая разница между использовать и использовать два? Я не знаю, что такое использовать два, но по-моему мы обычно используем просто использовать. Использовать два это, наверное, просто вторая кнопка для использования, не знаю. Ну, короче, пусть будет тогда F, чувство выживания, не знаешь, оглянуться, захват, Alt. Ну, захват пока не нужен, переключение прицела отключено. Да. А не нужно включить? Не, не надо. Прицел, правая кнопка мыши. Нормально. То пока что нечем целиться. Пока мы доберемся до чего-то, чем можно целиться, то постареем быстрее. Фонарь это Т. Ну ладно. Вылечить это H. Вылечить H, нужно запомнить. Это от слова heal. Ага. Heal, да. Меню оружия, тап, это понятно. Меню снаряжения, почему один, а не и? Инвентарь. А что тогда I? I, по-моему, ни на что не назначен. Не, I, да, меню инвентаря I, а то, что какой-то другой инвентарь. Журнал заданий L. Почему журнал заданий L? Когда это было бы хорошо, если бы это G было бы. J. J, да. Так и сделаем. Меню навыков U. Те же Т, быстро продолжить. На этот конец. Совместно это не важно, тут показали. Охотник, что за охотник? Что за УФ защита, УФ лечение, вообще не понимаю. Плевок призыва стаи. А, это если ты, наверное, играешь за типа за зомби, чи за да, что? Это другой режим. Это не нужно туда машина. Ну, до машины мы не скоро доберемся, я думаю. Фонарь на что? Так и оставим на Т? Да пусть будет, мне как-то, я знаю. Mm-hmm. Т вроде больше нигде не используется. Ладно, сойдет. Все? Все, давай тогда. Ага, она не хочет. Тебя тоже не хочет? У тебя все клавиши назначены? Нет, не все. Вот она не хочет тогда, что использовать какую-то клавишу, не знаю. А там поставить. Поставь P и наплевать. А P ни на что не стоит, не уверен. Да. Что, почему? А, присоединиться к избранной нельзя показать. Там мне это не нужно. L ни на что не назначено и K, допустим. L я назначил на что-то другое, потому что мы использовали J. Ага, потому что тут еще две эти не назначены. Я там поставил вообще... L и P. L и P, да? Все равно мы это использовать не будем. Да шоп это, блин.
О, на что-то назначено или нет у тебя? О, по-моему, нет, я не помню. Я уже вышел оттуда. Сейчас посмотрим. Да не, вроде не назначено. Опять использовать. О. Все, наконец-то. Полетели. Где ты? Да, я Вот тут ты. перед тобой. Так, ну, пошли тогда. Свяжитесь с ВГМ. Ну, пошли. Это куда? Сюда? Нет. Это Почему? вниз? А что у нас, по-моему, поломаны эти трубки или нет? Какие-то о чем? А, эти, ну тогда, конечно, но все поломано. Нет, не все, наверное, но... Да, газовая труба у меня поломана, и разводной ключ один поломанный, второй еще дышит. А вот забери у кладовщика всякие вещи. Где? Поговори с ними, забери у него. А. You should watch your step. Там он ножик дал, по-моему. Ножик дал? Ну. Не, он мне ножик не дал. А что он тебе дал? Молоток, гвоздодер, какие-то еще типа сигареты, еще что такое, алкоголь дал какой-то. Я Отмычку дал, правда. продам тут что-нибудь этому козлу. У меня тут один ключ уже поломанный, я его продам. О, у меня это очки навыков есть, можно что-то прокачать. У тебя тоже должно быть, наверное. А что прокачивать, я не знаю. Уровень ловкости. А что можно купить у него? На биту денег нет, конечно же. Очки навыков у тебя? У меня есть типа 2 очка или как? У меня получается, что на каждую возможность на выживаемость 1 очко, на ловкость 1 очко, на уровень силы 2 очка, что ли? Как так? Ну давай что-то попробуй. У тебя что, нет очков навыка? Есть по одному. У меня на силу почему-то 2 очка. Да вот думаю, что бы взять. Ну все, я прокачал за все, что смог.
Сейчас, секунду, я уже... это есть, это... Еще одно сейчас куда-то его кинул, мешаешь его да, не бросить. Окей. Так, все. Я готов, ты где? Вот, я. Что, у него там что-то можно покупать, или нет? Нет, это не продавец. А где продавец? Продавец вон там. У тебя сколько денег вообще есть? 1100. У меня 1288. Французский ключ он дает. Это типа тоже оружие, простой короткий нож. Да, смысла нет никакого. Короче. Лучше подкопить на что-то хорошее. Может продать что-то, но и продавать нечего. Кофе можно продать, или его можно пить, употреблять, или нет. Кофе, сигарет. Это все до продажи, да? Кофе, сигарет. Скорее всего, сигареты мы курить не будем. Да это понятно. Where's the army? Куда? Сюда на выход? Или это не там выход? Да, выход нет. Здесь. Так. Ну что, пошли? Ага, значит, нам нужно... Давай, поехали. Ты где вообще есть? Я по крышам лазил. Так безопасно. Ты по крышам? О. Ага, мы уже на месте. Crane here. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Так, что у нас за воздушным грузом сходить? Давай сходим. Тут далеко походу идти нужно. Куда вниз идешь? Сюда? Тут вот ящик я открыл, чтобы там было. Опа, нет, тут есть. Идем отсюда. Ого! Побежали.
Забей, забей на них. Ты дом, да, подкатываешься? У меня навык такой есть. Не, у меня тоже есть, но ты А нажимаешь, да? Нет, я С нажимаю. То в смысле мы на перегонки должны бежать, чи що? Видимо, да. А куда вообще бежать? Жёлтые точки. Ага, я понял, жёлтые точки. Короче, я застрял. There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Я, короче, гуляю, я не знаю. Я уже рядом с этой штукой, только нужно как-то туда забраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чего? А все. Я упал сверху на зомби, и они меня стали. Ты сдох? Я походу сдох. Я не знаю, где я сейчас оживу. Поживу где точнее. Короче, я где-то ожил. Мы просрали. Почему просрали? Мы не успели дойти до этой, до груза в указанное время. Ну, я как бы вот уже дошел, но не в указанное время. Куда ты прыгаешь? Я пытаюсь привыкнуть типа к управлению, к этому всему, понимаешь? Mm-hmm. Где ты там? Я вон тут. Пытаюсь залезть, но походу не залезу. Смотри, беги прямо сейчас. Перепрыгивай на ту крышу. Дальше перепрыгивай на ту крышу. Дальше прямо надо было бежать. Теперь направо. Вот на эти крыши. Туда. Дальше прыгай на крышу. Выше. Ну или не надо выше. Теперь этих оббегай, перепрыгивай, хватайся за решетку на этом доме.
Ага, как раз. Я не могу допрыгнуть до решетки. Подожди, виси, не спрыгивай. А, просто оползай ее сюда. Левее. Влево? Да. До края дополз. Все, я до края дополз. Спрыгивай вот на эту крышу, если можешь. На какую? Вообще ты знаешь, смотри, да, вот это вот проще всего. Тут химикаты. Что ты делаешь? Да пытаюсь взломать. Самое оно интересное. Как в Fallout взламывается, да? Этот ящик тут у меня не прорисовался. Какие-то глюки получаются. О, я сейчас все отмычки поломаю. Вот в том-то и дело. Ну-ка, подожди, я видеопараметры чуть-чуть изменю. А, я открыл. Какие-то графические глюки у меня. Великолепный сюрикен. Я нашел. Ага. Ты что, металлические детали не забрал? Где? А? В ящике, в том, что ты возле него копался. Там его не было, металлических деталей. Так, а почему его у меня есть? Не знаю. Ну все? Залазь сюда. Куда? Наверх? Угу. Куда? Да. Нужно вот этот груз открыть. Damn it, nothing here. Did you see that? Yeah, two drops. They landed elsewhere, unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. Опять что ли бегать, чи шо? Видимо так. Так, спрыгиваем вот сюда. Тут, видишь меня? Я наверху. Через стену ты пролез? Не, я лезу на эту, на, короче, на металлическую эту херню, которая над дорогой проходит. Видишь меня на самом верху? Ого, ты уже аж там, ничего себе. Jade Rice's man got here first. Как тебе хорошо было. Почему он не... Find
crate should be close by. Да, какой-то чувак сидит. Где? Что за ерунда? Да он тут, видишь где? Нет, ты меня не видишь, ты далеко. Просто на балконе сидит какой-то чувак с трубой, и все. Он ничего не делает. Ты с ним поговорил? Нет, с ним нельзя поговорить. А нам-то бежим ко второму грузу, чувак. Наверное, пошли. По крышам? По крышам, да. Чтоб тебе, блин, хар, какого чё-то не ловишься, блин, дурак ты. Нам придется замочить вот этих. Каких ты хочешь мочить? Не, я лучше доберусь обратно на крышу. Не зомби, а людей. Тут еще один ящик открыть можно. I'm right here. Let's do this. Ты где? А тут на одной вышке такой. О, интересные вещи я нашел. Видишь, где я нахожусь? Вот залазь сюда. И тут ящик есть. Может, ты его тоже сможешь открыть. Где ящик? Вот. Или он открытый у тебя? Я вообще не вижу ящик. Вот. Я возле него стою. Видишь? Нет. Значит, у меня ящика тебя... нет. А почему у меня есть? Что-то какие-то глюки графические, не прорисовывается. Короче, идем давай замочим вот этих вот козлов. Каких именно, я не помню. Ну, вот они там, рядом с грузом. Спрыгивай на минивэн, тогда ничего не будет. Блин, я не понимаю, как тут драться вообще. Все, у меня 20 секунд осталось. А я умер. А я тоже сейчас умер. Отлично, мы играем. Хорошо, что хоть не стрим. Я записываю. А я понимаю, ты записываешь, но не стрим. Ты где возродился? Я еще не возродился. Я в каком-то, какой-то вообще ну, жопне возродился. Тут... Аптечку взял там. А, это какое-то хранилище тут. Так, выходим отсюда.
Почему я не могу оружие выбрать? Потому что ты в безопасной зоне. Ага. Как только ты выйдешь, он самостоятельно выберет. Тебе хорошо было. Вот это да, у меня все, все текстуры ушли. Да, они ушли. Они уходят и приходят. Замечательно выходит. Почему я не могу подкат делать? У меня же тоже этот навык есть. Так, что-то случилось не то. Я опять в этом хранилище. Ты что, умер опять? Как или я мог умереть? Я же не умер. Ничего не понял. Что-то здесь неладное. Я уже рядом. А ты куда полез? Я тут, наверху. Да он достал меня, почему он не допрыгивает постоянно, когда там 2 метра? Значит, нужно с разгона бежать. Там некуда и бежать с разгона. There, I can do this. Что, где-то тут груз, чи что? Наверное. Тут еще он ящиков куча. Я вижу только один. Ну, нет, тут их два. И что ты не забрал опять все? Она, видимо, дает и тебе, и мне. Я упал, а не нашел. Я нашел груз. А что? Нужна помощь. Может, мы слишком много на себя взяли? Готово.
То мы оба обыскиваем и оба получаем что-то, получается, да? Да? Я понял. Открываем. Да. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Вот так вот. Нам пора уничтожить это дело. Не лучше было бы его где-то спрятать и сказать, что он уничтожен? Лучше было бы, да. Jade, I'm at the airdrop. There's no antis in here. Done? Fuck! Fuck! Alright. Get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see. Oh shit! They must have heard me. Побежали. Может, попробуем сразиться? Нет, с этими сражаться не получится. Не при наших этих. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж вас так много? Куда вообще бежать, я не понимаю. Ты там где? Меня убили. Тебя убили? Да. Что, шутишь? Нет. Мне что делать? Задание вернуться назад в башню. Я понимаю, что вернуться назад в башню, а типа тебе его засчитают, чи как оно будет, если я добегу? Не знаю, наверное, придется и мне добежать тоже. Я уже опять на карте. Так, я не понимаю, куда я бегу, правда. Но куда-то бегу. Ты уже почти у цели, ё-моё. Если у цели. Ну, в башню нужно тебе зайти, и все, ты рядом с ней. Вход в башню. Откуда мы... типа там, где мы сегодня начали, выходили, да. Оттуда. Ну, я понял. Ты дошел? Почти. Все, можно сказать, что дошел. И что пишет? Что я тоже должен дойти? Вернитесь. Ну типа. Задание висит, что вернитесь в башню. А не, все. Че не? Очки ловкости, скрывшись от погони, получаете дополнительно, это ясно. Ожидание для других игроков для продолжения. Понятно, значит мне тоже нужно добраться. Ты где-то ожил уже, да? Да. Давай, беги. Я пока что очки распределю. Что бы мне тут такое? Ага, подкат. Скольжение. Скольжение это я и не...
Все, я тоже тут. Блин, это паркур от первого лица, это такая какая-то непонятная вещь, к ней нужно очень долго привыкать. Типа, чтобы все и реагировать на все быстро. Ну да. Что тут у нас, куда мы должны идти? Ага. Клик тут что? I made it in one piece. Now I know. Можем вот с этим поговорить. Congrats, you survived the night. Too bad that run didn't work out. Все. А это что хочет сказать? Alfie's looking for you. He's in his workshop downstairs. Want a deal? What's the government doing? А чем тут можно меняться, я не понял. Это тоже покупать можно у него. Ага, супер кровопускатель. Не, он мне пока не нужен, супер кровопускатель. Идем ищем того чувака, чтобы ему все доложить. Брекен, come on. I mean, we need Anderson. I know, but buying from Rise? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. But we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rise guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Reyes's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Окей. Дальше что? Купить нужно эту фигню, лекарство. Взяли вначале, сожгли, теперь идем его покупать. Блин, гениальная идея. Что у нас тут? Кто у нас тут? Больные люди. О, что-то можно улучшить у нее, что? Подойди к ней, нажми букву R. Она ничего не говорит мне. Она не говорит, но там можно нажать, и какая-то ничего награда. Ну, у меня что-то было такое, я не знаю. А может у нас, знаешь, от чего еще глюки может быть?
Типа, у меня ж идет. У нас, наверное, разные издания игры. У тебя типа чистая, а у меня с этим дополнением. Ну, может, что? Они их. Ну я не знаю, может, что-то там разное. Подожди, мы сохранились сейчас или нет? Я не знаю. По идее, да. Тут такого сохранения нет. Давай я тогда, может, перезапущу это дело. Давай, перезапускаем. Это мне тоже выходить, да? Скорее всего. Что ты прогрузил? Ну, я тебя уже пригласил, где ты? Да я у меня прогружаю сейчас. Вот я как бы должен был появиться. Ну вот и есть. Там восклицательный знак какой-то. Или это опять этот будет говорить? Одно и то же. Ты где, внизу или наверху? Нет, на том же этаже, где ты и появился. Ага, я понял. Congrats, you survived the night. Одно и то же. Too bad that run didn't work out. Ладно, идем вниз. Brecken is so desperate he's ready to deal with the devil himself, Rise. And since I'm supposed to determine... Так, вот здесь что-то есть. Нам нужны вот эти или не хочешь? Что, посмотрим сейчас. Соберите 50 наборов реквизиций, отправляйтесь к входу на подземную парковку в трущобах. Там можно что-то попробовать, я не знаю. Давай отправляемся на парковку. Точнее, мы возьмем, это не значит, что мы его будем делать. Ну да, там можно взять и то, и то. Что, брать и то, да? А надолго ли оно? Или оно там бесконечно? Да я не знаю. Ну, давай берем и то, а там будет видно. Так, этот что хочет нам сказать? Заказы будут доступны после прохождения сюжета, это как... А, типа на этой доске, что? Наверное. Зайди вот в комнату здесь. You're Alfie? That's me. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Glad you're here. I was just about to call you. What's the problem? Well... It's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the Cauldron District. The bad news is that it blew out the grid near the overpass. It's blacker than your pants pocket over there. So, do you need it switched back on? There are two substations. Flick, flick, you switch them on. The order doesn't matter. Then you throw the master in the main station, and it'll light up like a Christmas tree. I think I can do it. Of course you can do it. Any runner could do it. But there's a catch. Shutting off the lights has created a little black patch for the volatiles. Bunches of them are gathering there after sundown. So I've rigged a trap. It's already in place, all set to go.
Now, if you can get in there and restore the power after it's dark, we can fry a whole lot of freaks in one shot. After dark? That's gonna be a lot dicier. Sure. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Just an impression. Let's just say I'm here to help. Really? Good intentions, huh? Hope you've got some guts, or you won't last long. Okay. Что тут у нас еще имеется? У кладовщика еще что-то есть? How can I assist you? Ну где бесплатный предмет? Не был? Там мне вроде ничего не дал. Не дал. Я сам по очереди, чтобы все было честно. Так, ну что ты предлагаешь? Предлагаю где-то идти по какому-то заданию. Jade, yeah, I copy. Something wrong? No, it's Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself, because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? All right. Сейчас ночь вообще-то. Ну да. Желательно было бы поспать до утра и потом пойти на миссию. Так там же он говорил в этот чувак, что типа, что сейчас ночь, что... Это побочная миссия, ты хочешь ее делать? Но ее нужно ночью делать, да, да. Ту миссию? Я не знаю, смотри, в принципе, даже... Как она называется? Не знаю. Так как-то я... А, видишь, пол же ходит тут козел. Какой? Ты о ком? А он ходит. А, ты пусть ходит. Сейчас нас заметит еще один. Как эта миссия называется? Ухищрение, чи шо? Вот тут где заказы. Не, напряжение. В смысле напряжение? Миссия называется напряжение. Ага, да-да-да, точно, напряжение. Перезапустить. Ну и что ты предлагаешь? Бежим туда? Давай рискнем, мы же все-таки записываем, нет? Так. Сейчас он нас заметит. Точно. Видишь, не хочет сюда идти, а? Почему не хочет? А у тебя безопасная зона. Ну пошли давай. Ну идем. Это на какой именно кружок идти? На оба. Ты хочешь, ты иди на один, а я на другой. Они по... Меня кто-то долбает? Не, никто не долбает. Ох, ё-моё.
Он пошел, пропал, пошел в безопасную зону зашел. Ты идешь, нет? Подожди, ты где вообще? Да я уже убежал. А, ну ты на какой пошел кружок? На какой? На другой. Ну как сказать? Я не знаю, где. Ну их тут два. Один левее, другой правее. То есть один типа вверху, другой справа, да, я так понимаю? Ты на какой пошел? Вот смотри, в каком я направлении от тебя, вот на тот я и пошел. Ага, ты синий, ясно. Значит, я иду туда наверх. Окей. Уже сейчас светлеет, поэтому надо быстрее это сделать. Иначе не засчитается. А, нет, уже все. Что, уже поздно? Сказать уже поздно? По-моему, да. Что ты взял? Я попробую так или иначе. I'm in the substation. Just find the control panel and turn the switch on. That will reboot the system. Done. Так, я включил свою подстанцию. Ты можешь туда добраться? Там нужно взломать дверь, да? Нет, там нужно просто открыть. Это включить подстанцию электро. А зачем тут дверь, которую нужно взламывать, я не понял. Ну, может быть, у тебя нужно. Ясно. Я взломал немного не то, но тут тоже были всякие приколы. Так, окей, а где здесь тогда пошел включать? Здесь как включать, я не понимаю. Уже какой-то рубильник повернуть, и что, я вообще ничего не понимаю. Да, рубильник повернуть. А где он? Я не понимаю. Внутри здания. Тут не здание, тут какая-то будка такая маленькая. Ну и чё ты не поворачиваешь? Так нету рубильника. Как нету? Ага, есть. Он просто был с этой стороны. Alright, Alfie, two down, one to go. Alright, Alfie, two down, one to go. Идем к центральной станции теперь. Да ё-моё, там замахал тварь. Болит. Помогаем. You hear me? God damn it! You hear me?
Jest, jedno je už to. Ty tam spravil se? Spravil se. Блин, аж эти способности открыл, я вообще ничего не могу из них сделать. Почему? Ну, во враг нападает, нажмите Alt. Во время бега. Я ничего не понимаю. Что происходит? Что за паркур от первого лица? Мне кажется, проще было бы в жизни научиться паркуру, чем тут что-то делать. Mm. Так, что, бежим к кружку этому, да? Дальше. Сейчас я себе навыки проделаю. Ну, я сейчас попробую на нем пару приемов. А ну, давай атакуй меня. Даже не бей его, пусть встанет. Нет, там он уже не встанет. Еще один есть. Почему не получается это сделать? Встанет. Пусть встанет. Да пусть встанет. Такое происходит. Там ясно пишет, нажми Alt. Для чего? Чтоб типа, когда атакующих врагов, чтобы бросать врага. Когда враг нападает, нажать Alt и выбрать направление. Я выбираю направление, и что? Не знаю. Я не прокачал этот навык. Ладно. Надо бы подлечиться, что ли. У меня получилось! Видел, как он полетел? Смотри, что я сейчас сделаю. Смотри. Ну да. Видел? Ага. Красота. Все, мне начинает нравиться уже игра. Это задание. Так, я не подлечился, надо чем-то подлечиться. Так, ладно. Идем на главную станцию, что ли? Ну идем, да. На этот. Дальше доделаем это все. Интересно, если я сам продолжу играть, то это что, типа. Как она? Это я эту же игру продолжу, чи это будет другая игра? Что значит, если ты сам продолжишь? Или я сам не смогу продолжить, я буду новую игру, чи как она? Нет, ты сможешь, наверное, продолжать эту же игру. Угу. А потом, когда ты опять зайдешь, то мы будем откуда начинать играть? Не знаю. Можно вообще, чтобы две отдельные игры было, типа одна, то что мы играем, одна, что я играю. Может такое быть, или нет? Ты хочешь сначала начинать? Не, мне просто интересно, как оно там, может, когда-то захочу. Можно, наверное. Вот этого не будем мы, да, убивать? Какого? Громилу. Мне его жалко. Ого.
какой он маленький. Не, давай лучше пойдем куда-то другой дорогой. Смотри, не-не-не, смотри. Что? Мы прыгаем на вот те синие штуки. Ты допрыгнешь до них? Забрала по здоровью? Чё? Нет, ничего не забрала. Главное прыгнуть далеко. Ага, я прыгнул далеко. Да я вижу. Стой, подожди, я тебя сейчас спасу. Ты еще живой? Да еще живой, еще 20 секунд есть. Нужно было дальше прыгать с разгона, ё-моё. Я разгонялся, что я сделал. А ты сам когда играл, ты прошел её или нет? Да. Я сюжет прошел. И большинство побочных миссий тоже. Вон, видишь, сколько их тут? Нам нужно найти туда вход как-то. I'm at the main station, Alfie. You've got to find the main panel. It's in one of the buildings. Наверное, в этом здании, да? На котором мы стоим. Думаешь? Ага. Как нам туда попасть? Да вот не знаю. Давай, вызови их на себя, что ли, или как-то. Хочешь, чтоб я был этой, да? Ладно, так и быть. Ой, там быстрый. Давай что-то делай. Я ж не могу постоянно этого. Не, ребята, ко мне. О, видел, куда что я сделал? Ага, они вернулись к тебе, вот сволочь. Я не знаю, что тут сделать. Нифига не работает. Что-то мне это здание. А, тут видишь, пишет, ночью найдите главный пульт и включите автомат. А-а-а. То есть я тут зря стою, да? Ты там зря стоишь, так что уходи оттуда. Я их отвлеку на себя. Сваливаем. Куда валим? На крышу. Или вот сюда, вот сюда. О. Что, до ночи мы ждать, конечно, здесь не будем, правильно? Да не, блин, зачем смысл? Меняем тогда задание на что-то другое. Ты вообще где? Ты сзади меня, а что ты сзади меня оказался? Пойдем ее. Так, что мы будем искать? Найдите пистолет для Дауна. Да, давай вот. Ты... Да.
Что-то я не вижу, где на карте это место. Оно не будет показано, ты должен сам найти. И там не пишет даже, где конкретно найти? Нет. В одном из домов я, по-моему, находил. Давай посмотрим вот здесь, может быть, будет. А он какая-то точка назначения есть? Это что такое? На карте. И не пишет, что за задание какое. Я не помню, где я находил этот пистолет. Может быть здесь? Я там был только что, там вроде, там есть пистолетные патроны, я тут нашел. А вот он, пистолет. Ага, ну видишь, какой я глазастый. А теперь мы можем его отнести. Давуду. Или давай. Мы можем им пострелять. Думаешь? Ну. А потом ему дадим без патронов. Правильно, он же не просил патроны, он просил пистолет. Да, он просил пистолет. Так что все. Кого будем стрелять? А как его поставить из рюкзака на этот слот? Ну сначала нажми на него, потом на один из слотов в этом рюкзаке. Нифига не получается. Почему? Справа там написано оружие, которое используется. Да. Нажми на него, на одного, ну не знаю, разводной ключ или еще что-то. А потом нажми на пистолет. Нет? Нет. Тогда два раза нажми на него. Не? Нет. Почему нет? А не, все есть. Все пошло. У меня аж 4 патрона есть. Да? Кого застряли? Ну какой-то груз сбросили. Хочешь подобрать или нет? Давай пробежимся, он вроде недалеко. Недалеко. Залез, он не хочет, а не залез. Что у нас тут? Набор помощи. Ты взял? Да. Бежим обратно на башню. А второй ящик что-то не открыл. А второй тоже открывается? Да. Ракеты. Взял ракеты? Да. Ну пошли обратно на башню. Ох. Кого тут надо спасать? Выжившего какого-то.
теперь с ним делать сможешь? Награду взять и все. Взял? Взял. Пошли дальше. Мы можем активировать вот эту зону безопасности, чтобы потом тут ночевать, если что. Давай активируем. Нужно ее зачистить. Еще один остался где-то. Который из них? Не? Ну тогда давай ставим пробки. Тут можно тайники складывать. Активировано. Интересно, интересно. Ну, пошли отнесем ключ, что ли? То есть не ключ, а пистолет. Ты где вообще? Возле меня чи нет? А теперь да. А почему теперь да? Что такое здесь? Ого, почему они все к нам лезут? Лучше. Опа. А как он вылез? Они лазают по этим? Есть простые зомби, а это быстрые зомби. Они лазают. Короче, уходим, я тебе скажу. Пошли. Ну где ты там? Отстаешь? А ты где там? Я уже убежал. Убежать, тут она высота такая. Чекай, чекай. Я понял. Я просто тут стреляю. Где ты столько патронов набрал? С пистолетом пришли. У меня только 4 было. А у меня 15, по-моему.
Ну, а вроде назад идти или в ту сторону? Да, назад. Опять наверх, надо. Вот этот Давуд. What? You got it? Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop, you know? Used to be the best in town. Hey, speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? What is it? It's a... Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. I know it sounds silly, but it means a lot to my son. Окей. И что, никакой награды не было? Видимо, нет, мы еще не закончили эту миссию. Походу, награда будет после фигурки. Угу. Ого, видел? Видел, что только что делал мужик без рукавки? Что он делал? Отжимался? Че ты детям по головам ходишь? Зачем? Детям по головам? Зачем ты это делаешь? Да. Вот смотри, вот так вот это было только что. Вот так вот, вот так вот. Ой-ой-ой, не, вот так вот. Вот так вот. А этот отжимается со мной сверху, да? Нет? Потоптался уже по ним. Хватит. Так, ну пошли тогда за этой фигуркой или как? Ну-то пошли. На лифт. Продадим, может, что-нибудь? Продать хочешь? Ну, а чё? Где она тут? Давай продадим. У меня тоже есть что продавать. Ого! А не, сколько он мне дал, я не понял. Я ему что-то отдал кладовщику? Отдал какой-то этот... Отдал ему какую-то ерунду, и он мне что-то дал, чи что? Кладовщик? Кладовщик, ну да, вот этот чувак, который тут сидит. Да. Что ты ему отдал? А там, я не помню, как называется, типа, мы же там было в ящиках, когда груз скидывали, то там была эта фигня. Я не помню, как называется. Понятно.
И что он тебе дал? Я не знаю, но он мне что-то давал. Так, у тебя пистолета больше нет? Нет. А у меня есть. Это как так? Ну потому что ты отдал свой ему. Короче, я так не играю. Поэтому мне не пришлось отдавать. Так что так. Hi there. А не, он мне дал нож взамен на эту штуку, еще какие-то ингредиенты дал. Может что-то купить можно, какой-нибудь апгрейд или еще что-то. Ну тут можно сделать, тут же можно создавать что-то, я так понимаю. Но только как это улучшать, я не могу понять еще. Ты же играл, ты должен знать. Как улучшать? О, я подзабыл уже. Сейчас посмотрю. Ну тут есть детали для сборки, улучшение оружия есть. А вот, например, молот или там изящный короткий нож. F6 улучшить. F6 улучшить. Угу. А, и сюда нужно что-то вставить, но вставлять нечего. У тебя нечего вставлять? В короткий нож, в изящный короткий нож нечего вставлять. Ну, например, чемпион. А, не, есть. Нужно было не так сделать. Так он немного добавляет, наемник. Если честно. Да немного, да. Но... Не хочется берсерк, пока тратить урон на эти мелкие. На эти мелкие оружия не хочется тратить эти улучшения, понимаешь? А что тогда с этих деталей для сборки? Где тут что можно собирать? А? F7 можно что-то собирать. F7? Угу. Нифига не работает. Ну если ты наведешь на этот короткий на нож, кого? Например, изящный. Ну. И нажмешь F7. Ну F7, ага. Шокер я могу собрать или нет? Я могу собрать электропила. Можно шокер собрать. Ага. Ого. Ничего себе. Что? А этот шокер получается, я из изящного короткого ножа сделал шокер, чи что? Наверное. Это как так? Добавил какую-то модификацию к нему. Ничего себе. Ну ладно. Идем дальше. Да идем. А в какую нам сторону? В другую сторону. Что там синее какое-то, деньги? Где? А он тут вообще какой-то чувачок стоит, видел? I got a deal for you, friend. А, вот.
Ага, можно купить у него. Ясно. Можно продать. Можно сигареты продать. Где? Ага, я вижу тебя. Быстро он устает. Ну да, есть такое. А это что? Okay, я попробую взломать. Ну я взломал уже пару ящиков на мышке на клавиатуре, как-то нормально. Не сломал отмычку? Не, какую-то одну или две сломал. Одну вроде. А ящиков открыл штуки три, наверное. Фу. Классическая бита. Мне почему-то сюрикены идут. И сигареты постоянно. Ну, пошли дальше. А ну-ка проверим. Опять не получается поменять. Что? Да я хочу ячейку, в другую ячейку положить, короче, поменять ячейку. Два раза на одну, потом один раз на другую нажать. Да я уже 10 раз жму. Понимаешь? На первую ты жмешь два раза, на которую ты да. хочешь туда положить один раз. То есть на то оружие, которое я хочу в ячейке поменять его, то мне два раза нажимать. Угу. А то, что в рюкзаке один раз, да. Ну? Не работает? Ну как так не работает? Ну так не работает. Enter тоже не работает. Не знаю, у меня все работает. А если наоборот сделать? А наоборот оно не... Ага, оно может... Его нельзя так, чи что? Ты в снаряжение хочешь его пихать? Ну сюда, где этап нажимаешь, знаешь, и оружие. Я хочу туда сюрикены поставить. Их нельзя. Так сюрикены это, по-моему, не надо туда ставить. Я не Почему? Помню, как ими пользоваться? Я не помню, если честно. Короче, ладно. Пошли. А ну брось сюрикены сюда, на пол. На пол бросить, чтобы ты их подобрал и забрал у меня? Или если ты бросишь, то они просто исчезнут. Что, думаешь, могут исчезнуть? Брось сначала что-то ненужное.
Сигареты брошу. Есть сигареты? Есть. Вон лежат сигареты. Ну давай сюрикены брошу. Вот, один сюрикен имеешь. Так. Где он находится? Так все, он уже в снаряжении сидит. Типа ты нажимаешь тап, и там есть сюрикен? Я имею в виду, чтобы поставить туда на быстрый доступ, и чтобы его как оружие использовать. Но он уже стоит как бы у меня. У тебя он один или несколько? У меня 15 сюрикенов. Ну, уже 14. Ну, типа я его не могу сюда. Вот здесь есть рюкзак, а справа используется. И вот первое оружие и снаряжение. Вот я его хочу в оружие поставить, но оно у меня снаряжение поставило. Угу. Я его не могу использовать из снаряжения. Значит, что-то мы не так делаем. Сейчас скажу. Может, это идет как метательное оружие, но по умолчанию просто кнопкой какой-то? Может быть. Ну какой? Нету такого метнуть оружие. Ё-моё. Что такое? Ты что сделал? Что случилось? Опа, сзади у нас компания. А это что такое было? А. Я понял, как его метать. Как? Смотри, если ты хочешь его метать, то ты помести его на первую ячейку снаряжения вместо UV-фонаря. У меня в первой идут взрыв-пакеты. Ну вот, значит, взрыв-пакет. Ага, я понял. А у меня все равно UV-фонарь. Типа колесико нажимать? Ты на колесико нажимаешь, да, и оно метает. Да. Да. А у меня и фонарь включается. Потому что он у тебя на первой ячейке, что ли, стоит? Он у меня на второй стоит. На первой сюрикены стоят. Ага. Смотри. Выйди из меню вообще. Ну. И нажми на кнопку 1 на клавиатуре. Что-то меняется в левом нижнем углу? Ага, они появились уже. Уже появились. Я нажимаю на один, они появились в этом в меню в табе. Ага, а в этом нету их.
Вот когда нажимаю Tab, там идут нож у меня, труба, молоток. А если нажимаю один... Когда нажимаешь Tab, ты меняешь оружие. Когда ты нажимаешь один, ты меняешь снаряжение. Ага. И чтобы использовать, это будет колесико надо нажимать. Угу. Я понял. Я понял, теперь все понятно. Ладно, идем. Идем. Не допрыгивая. Давай чуть-чуть отойдем. Я хотел сделать все это вот. Из порта. Ого, их что-то много очень. Давай лучше сюда идем. Ну нам, мы почти у цели. Пошли, пошли. Так, вот это ломбард. Заходи. Закрыть не получится, ну ладно. Что, здесь фигурка должна быть, да? Угу. Деньги из кассы забрал я. А я дверь открыл. Записку забрал из ящика. Вот фигурка. Стоит. Печёвки. Ничего патронов? Да тут столько патронов, в смысле ничего. Где полезного? Патрон? Он тут на полках только что. Он там всякие ключи, кабели, куча всяких этих.
Молот, еще оружие идет. Отмычек до хрена здесь. Зеленом в синем ящике. Видишь? Вижу. Что еще? Изоленты всякие, детали разные. Да и все вроде. Там смотришь, типа. Инвентарь, тут навыки. О, то, кстати, да, мне тоже навыки нужны. Что-то я могу собрать вроде. На что? Коктейли молотого могу собрать. Ключевой поцелуй. Оружие называется. Где ты его собрал? Я его не собрал, оно просто здесь есть, на него не хватает компонентов. Хотя, или хватает? Не, вроде... Ключевой поцелуй? Ключевой поцелуй. А почему я такого не видел? В чертежах? А, это оружие из... Да, в чертежах, да, но это оружие из дополнения. А, ну ладно. У меня 30 патронов к пистолету. Пошли. Сейчас, секунду, я хочу тут... Разовое. Разводной ключ. Бросить. Сейчас, может я смогу еще что-то создать из этого. О, я ключевой поцелуй, походу, создал. А ну-ка, что сейчас? Как тебе ключевой поцелуй? Где? Вот у меня в руках.
отлично смотрится. А работает хорошо? Ну, такое. Но он только что завалил, но будет видно сейчас. Долго ли его хватит? Так, дальше что? Что дальше? Дальше у нас... Ага, фигурку нужно отнести. Так что не надо было ему давать пистолет. Сейчас. Пошли отсюда. Здесь можно открыть. Что такое? Ластик разве что. А здесь что? Ничего? Ничего там не было. What the hell happened? I heard the shots. I knew he was going to snap. How did he get the gun? Just glad he didn't kill anyone. What's the point of the end? Сюда. What happened? Where's the wood? He has gone, and he has taken my boy. Okay, can you tell me what happened? He has wanted to leave for weeks, but I thought it was too dangerous. We have been fighting about it. Then he took a gun, and took all of our money, and kidnapped Sammy. He took my son. Do you know where he's going? He said he found a way out, but I don't know what it means. He would not tell me. Ya Allah. How could he do this? How did he get a gun? I'm sorry, Selma. I got it for him. He said he would use it to get both of you out. La la la. La la la. Dawood does not want me. He has not wanted me for a long time. Now he has what he wants. I'll get your son back, Selma. I don't know how, but I will. Окей.
Dawood? Answer me, you son of a bitch! Answer me! No need to shout, Crane. No need to follow me either. It's pointless. Please, tell Salma I'm sorry. I had no choice. Sammy's gonna be safe, I swear. Wait, don't... Dawood! Dawood! Where are you? Shit. Ну и... И шо? Дэвудом мы ничего не будем делать сейчас. Чего не будем делать? Потому что этой миссии нету. Почему? В смысле как? Почему нет? Не знаю, может потом появится. Напряжение будем восстанавливать или там справиться? Нужно ночи дождаться. Ну уже почти ночь, уже 6 вечера. Мы можем доделать напряжение. Я знаю. Пока мы туда дойдем, уже, наверное, стемнеет. Ну да. Сначала я продам ненужное. Hi there. Ты что, уже на лифте спускался или нет? Нет еще. Короче, я запутался. Ты на каком этаже? Там же где и был. Good to see you. How's it going? Хотя нет, ты слишком низко спустился. Oh, it's you. Busy surviving? Что продать еще? Дощик что-то имеет? Нет. Yeah.
Ты спрыгнул на машину? Да вроде, почти. Почти? Здесь безопасной зоны поблизости нет? Не знаю. Чтобы дождаться ночи там. Вроде нет. Ну вон, видишь, на карте зеленая. Ну там есть, да, чуть-чуть дальше. Что думаешь, будем туда идти ждать или как? Ну, типа, так мы можем долго очень ждать, я не знаю. Давай туда добежим. Потом ночью сюда вернемся. Туда залез, он не понял. Куда туда? Или ты на территорию не залазил? Еще нет. Теперь уже залез. Спайка тоже можно что-то тут пособирать. Дождь идет. Ничего, нормально. Так. Кто тут говорит? He's getting rich, selling antizin to people like me and you. А этот доктор? Что? Ничего. Где тут выход? Тот единственный выход? Наверное. Ну что ж, готов? Готов. Где тут нажать-то? Можешь сказать?
Это не та комната, что ли? Ничего не понял. Это не та комната, скорее всего. О, все. Меня надо спасать, меня какой-то класс. Так, нет, не получается. Они меня сейчас тоже сейчас докромсают. Ух, нет, ой, нет, 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 нет. О, они и туда вылазят, ничего себе. О, все. Я думал, он не вылезет на этот, на... На что? На крышу. Не, эти прыгают везде. Так. Ясно, все. Тебя тоже, да? Угу. Я тоже лежу, отдыхаю. Так это ты второй раз уже? Ну, один раз ты меня ж спас, а теперь... Ага. Ну, теперь я до тебя не добегу, скорее всего. А как с ними вообще сражаться, можно с этими... Желательно избегать их, не сражаться. Что, попытка номер два? Наверное. Только, видимо, в той будке нету переключателя. Где он там? Не знаю. Значит, он где-то в другом месте. Значит, нам нужно, я даже не знаю, что как туда искать там. Вообще. Обходим с этой стороны забор. Ух, йод. Он сейчас нас заметит точно. Где ты его видишь? На карте, видишь? На карте. Ага, вот этот я понял. Там у него угол обзора тоже показан. Как, блин, обойти их всех? Может, он сейчас развернется, пойдет в другую сторону, и можно будет за ним идти? А нет, он к нам идет. Давай, смотри, давай подождем чуть в сторону, подождем, пока он пройдет, и пройдем там между стеной и забором. Давай. Сюда в бок, чтобы он нас не увидел. Вот так вот, и теперь туда. Давай. Куда там дальше? Я не знаю. Ах, там еще один. Тут некуда, тут тупик. Придется заходить с того входа, как раньше, только в той будке нету, значит, проходить дальше, может быть, будет. Как раз ты на него. Ой-ой-ой, я думал, что это другой какой-то. Сколько их там много, а? Их там, ого, их 4 штуки. Алло, уже точку показали точную, куда нужно идти. Их 4 там. Видишь?
Вижу, вижу точку. И они сейчас все уходят, они, видишь, они уходят. Они или сюда нет? Сейчас идут. Не, они уходят. Пускай уходит, только надо это быстрее делать, иначе скоро сейчас светать начнет, уже 5 часов утра. Ну что? Давай. Тут тупик. Так, я прорвался. Да я тоже где-то. Я включаю. Прорвался. Ё-моё, недоступно в дневное время. Ха. Ладно, иди сюда. Заходи. Как туда зайти? Тут дверь. Ага, вижу. Закрываем дверь и будем тут отдыхать. Вот видишь, тут можно дождаться чего-то, мне кажется. Да? Вроде нету кнопки активировать, чтобы спать. А почему? Очень странно. А вот записка какая-то на столе. Ты читал? Я не могу найти, где она там в инвентаре лежит. А там в коллекции, по-моему, лежит. А к коллекциям какой? Как доступиться? Где там коллекция? Инвентарь, потом F коллекции. А, F коллекции, я понял. Ну, какая из них какая, я не знаю. Ну, какая разница это? Нет, что-то старое, мне кажется. Не получится здесь дождаться до вечера. Понятно, что не получится. Я так понял, если бы мы включили, тогда бы это было бы доступно. Ага. Так что так. Так. Поиграем с ними в салочки, чи нет? Придется обратно бежать, да? Thank you.
Идем обратно. Да? Идем, идем, я тоже иду. Обратно, чтобы переночевать, чи что, честно? Да. Это ты сделал? Нет. Давай запрыгивай, что там делать? Ой-ой. Там какие-то очень нехорошие ребята подоспели. И он за мной гонится. А куда ты убежал? Подальше от того чувака. Ну вот, я рядом с тобой сейчас. Там какие-то появились, типа, с края, они красным отмечаются, эти зоны. Это эти быстрые, наверное. Да. Но это не сильно опасные, как которые ночью. Ну что, пробуем, да? Давай, пробуем. Вон он ходит, там я его вижу. Ого. Есть тут другой выход какой-нибудь? По-моему, тут нет другого выхода. А вот здесь? Вот, вот здесь. Он меня плюнул только что. Вот сволочь. Как туда попал? Вот забрался по той крыше. Левее от тебя. Угу. По вот этой вот? It's done. Fire it up now. Hang on, hang on. Eat folks, you freaks. Я уже добежал, включил. That was good stuff, Crane. No bullshit. Look, I've got a field job to deal with. But when I get back, I'm gonna take care of you. Сколько тебе осталось? 9 секунд. А? 5 секунд. Не удалось. А, тут типа двое должны быть? Вдвоем должны быть? Не. Эта штука удалась вроде бы. А что не удалось? Тебя спасти. А, да, это понятно.
шо, иди это? А, на это там же, да? Mm-hmm. Я понял. Теперь мы можем тут дождаться утра. Все, записалось оно? Записалось? Ну все тогда. Потому что сегодня я чуть-чуть раньше должен поехать. Mm-hmm, хорошо. Что, выходим? Да.